Всем здравствуйте! Сегодня сделаем прикормку с какао. Для этого возьмем 1 стакан пшена. Добавим 3 ложки сахара, ведь какао любит сахар. Ну и собственно основной ингредиент в качестве ароматики добавляем пару ложек с горкой натурального какао-порошка. Все это дело заливаем 3 бокалами воды. Помешиваем и ждем закипания. Наша ароматная каша закипела. Далее на малом огне выпариваем воду, постоянно помешивая. Прикормка готова. Накрываем крышкой и оставляем до утра следующего дня. Вот мы и на водоеме, время сейчас 8 утра. Закормим лунку на глубине 4,5 метра. Прошло уже около часа подводной съемки, и наконец-то в кадре появился лещ. Судя по тому, как он кормится, нарезая круги вокруг прикормки, наша каша с какао ему точно понравилась. А вот и плотва заинтересовалась прикормленной точкой. Снова лещ выходит на сцену и набивает свое пузо вкусной и полезной прикормкой. Как оказалось, лещ дружит с плотвой и прекрасно кормится с одного накрытого стола. А этот лещ увидел камеру и передает пламенный привет всем зрителям. Поддержим этого красавца лайком. Вам не трудно, а ему приятно. Как видите, какао работает. Пишите в комментариях, какой ингредиент вы добавляете в прикормку по холодной воде. И, возможно, его проверю в следующем видео.
Ну а на сегодня все. Всем удачи и до новых встреч!